ще дойде. Половина начинається, а то пройти всі. Це ж не те, що це молоде. Укрилося та і лежить. Uh-huh. А її 89-й год. Чим ви топите? Да чим топити? Оце ж і топити. Зараз не кормана, не поїна. Вітер скользяк і дощ іде. Як я буду готовити? Ви все справились, все вопросы позадавали, да? В смысле? Ну, эти раны. Не понял. Ну, я извиняюсь, конечно, меня Ксения зовут. Хорошо. Можно узнать, вы представляете, как? Да, я Жуков Дмитрий Юрьевич, замглавы администрации. Очень я, в отличие от вас, каждый день сюда езжу, да? Эти раны. Да. Чтобы вы понимали. Ну, и не с зонтиком, и с микрофонами, а езжу, помогаю. Понятно? Понятно. Ну, пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Вот вы посмотрите. Воду, газ, свет, это все провели мы бесплатно. Мусор мы вывозим. А вы уже приехали и примазались, и вы типа начинаете что-то выносить, понимаете? Вот это некорректно так делать. Понимаете? Вы его используете. Вы его используете. Вы за полтора года не сделали а ничего. За полтора года, а мы просто не послушайте, знали. За полтора года мы ему провели газ, свет, провели воду. За полтора года мы ему купили два калорифера. Посмотрите, в каких условиях он живет. Послушайте, вы же перебиваете. Вы задали вопрос, я вам отвечаю. Хорошо, два калорифера купили, газовую плитку мы ему купили. Угу. Дедушку с бабушкой предлагали поместить в пансионат для ветеранов вооруженных сил. Понимаете? Угу. Кроме всего прочего, что мы тут сделали уже. Дедушка получал пособие материальное. Дедушка получал поздравления к 9-му, к 23 мая. Постоянно причем получал. Угу. И каждый день я здесь с дедушкой общаюсь. Понимаете? В отличие от вас, которые приезжают, и непонятно, что снимают. Вы понимаете, вы только узнали об этой ситуации. А за полтора года... А я это уже знаю, давным-давно. Извините, а я давным-давно не нужно это знаю. У меня, пожалуйста, пальцем тыкать, мне как-то немного неприятно. А мне неудобно, когда люди работают, а вы стоите с зонтиком и кривляетесь работают здесь. И кривляетесь здесь, запомните. Люди работают в смысле? Люди — это наши люди. Что они работают? Люди выносят мусор. Который мы уже вынесли, да? Которая куча стояла, и вы пришли. Вы две, две щепочки так за полтора года. Да вы, вы даже не вывезли. Две щепки, вы понимаете? Вы за полтора года... Две щепки. Вы только рассказываете. За полтора года можно было сделать все. Вы понимаете? Вы сначала... А вы посмотрите, в каких условиях вы приехали, говорите, я не знаю. А теперь эти за полтора года кто что сделал? Понимаете? Вы сами себе понимаете. Вы или знаете, вообще? Или не знаете. Вам не стыдно, вы же мужчина. Стыдно должно вам. Вы посмотрите. Стыдно посмотрите, должно быть дедушка. Вам. Это ваш дедушка. Стыдно должно, я знаю. Ну, так вот, я здесь каждый день. Какие же спросите условия. У Николая Ивановича, был я тут вчера? Был я тут так позавчера? Вы в пятницу пришли был. Просто посмотрели живы, да, и ушли дальше, да? Да нет, я в отличие от вас, здесь работаю. Мы здесь 30 дней всего. Мы не знали об этой ситуации. А я вас здесь первый день вижу. Да, мы первый день, мы понимаете? Первый день я здесь. И вот это что, когда мы все это вынесли, вы пришли, две щепки бросили вы, и сняли это на камеру, как вы две щепочки вы выбросили. Вы вынесли за полтора года. Понимаете? Как вы вынесли первый раз за полтора года вот мусор. Плохо, что вы первый раз за полтора года. А что вы год не убирали? Что вы первый вот, раз за полтора года. Вот, послушайте, посмотрите. Что вы год не убирали? Год что не убирал? А? И ты говоришь, что ты пробил воду, пятый, десятый. Да, да, да. А что же я зиму зимовался без воды? Я же не знаю, что вы зиму убирали. А, потому что так и сделали хорошо. До землі замерзайку стояк, а там замерзай. До сусідів з бутилкою ходив. Не тіліпай язиком вода і дивна. Вода у вас є? А то люди беруться, ти одинаково не поставиш. Ні за що в тебе строяти і нічим балакати. Тому, що люди коротше говоря, іди з двору. Люди уїдуть, покажуть вас перед виборами, а ми не самі будемо жити і будемо працювати. Не будеш ти жити. І будемо самі працювати далі, розумієте, в чому жити проблема? Жити ти не будеш. Не будеш. Я ж за вас безпокоюся, да. Не за себе. Безпокоюся ти сам за себе. То безпокоїлося, щоб тобі діти так давали на старість, як ти мені даєш. Николай Иванович, если мои дети помогают, вот так я, вот так, я тобі кажу, що хамуга ти і безсовісний ти. Ти сказав, що іменно ти... 1700 рублей за мусор вывез. Я тебе бумагу сейчас. Нет, я такого не ты нам написал там, отказать нет помощи, у нас средств вывозки мусор. Покажите бумагу. Мусор. Бумагу покажите. Оставьте дедушку в покое. Покажите, вам вообще не стыдно. Покажите бумагу. Какие бумаги? Посмотрите, в каких условиях он живет. Вы вам не стыдно. Вы меня не стыдите. Я для этого дедушки сделал больше, чем вы. Да. С зонтиком и с камерой в руках. Молодой человек. Понимаете? Я работал с лопатой, а вы с зонтиком и с камерой. Вот, смотрите, два мужика. Один с микрофоном, другой с камерой. Третий руки в боки. Снимите вот людей, которые ничего не делают. С фотоаппаратом, извините. Приехали мужики. С камерой, с микрофоном и с фотоаппаратом. Там мы в клетке уже повыносили, посмотрите. Да нет, мы две щепки выбросили. Так какие две? Две щепки. Ну, уже снято, что мы выносили. Конечно. А то, что вы выносили, мы не видели. Да, я понимаю. За полтора года выносили. Выносили бомжи, но не вы.
Извините меня, это были не бомжи, а сотрудники. А кто? А кто? Сотрудники, а это соседи были. Это мои сотрудники были, они соседи, конечно. Ну если у вас такие сотрудники, тогда вперед. Это были мои сотрудники. Нет, конечно, ну с вашими сотрудниками не сравнится. В кроссовках, в джинсах и с микрофоном. Все, спасибо вам.